Хочешь премиум-аккаунт? Море голды или крутой танк? Тогда тебе на tankyshop.com. Бесплатный розыгрыш, больше года работы, тысячи реальных отзывов. tankyshop.com. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом китайском танке 113. Бой произошел на карте Заполярье. Этот очень быстрый тяжелый китайский танк с довольно точным пробивным орудием не каждому игроку все-таки дается, потому что танк все-таки сложный и требует определенного скилла от игрока. Но сегодня мы увидим действительно мастерскую игру на этом танке. Итак, наш герой отправляется на правый фланг. Ну, в принципе, для такого быстрого танка это идеальное направление. Игрок уже смог занять тут позицию. Едет медленный тяжелый танк. И как раз наш герой не зря его тут ждал. Удалось его пробить в башню. Ну, правильно сделал 113-й, что не стал стрелять там в НЛД, выстрелил в башню. Далее он пробивает Мауса в НЛД. Немецкий тяжелый танк продвигается вперед. Получается дать ему еще одну плюху. Ну, конечно, Мауса нельзя сейчас подпускать близко к себе, так как у него очень высокий ДПМ. И поэтому желательно его разобрать на подходе, пока он медленно ползет. Вот так вот отлично раздает наш герой практически с вертухи. Ну, у танка хорошая стабилизация действительно, и стрелять очень даже приятно. Ну и продолжает игрок использовать кумулятивные снаряды против Мауса, но не всегда даже с помощью них пробивает этот сверхбронированный тяжелый танк. Но все-таки кумулятивные снаряды — это не просто фигня какая-то, это действительно нужная вещь против Мауса, и вот пробитие все-таки начали проходить. Далее игрок пробивает еще и Охо, японец подкатывается дальше, но это была его ошибка, игрок отправляет его в ангар, просто великолепно. Далее наш герой снова принимается за Мауса и пробивает его в щеку башни, при этом сам вытанковывает выстрел башни. У 113-го довольно-таки крепкая башня. Получилось Мауса разобрать, и далее наш герой отправляется за Е-75 и дает плюху противнику, но не пробивает, и еще и к тому же ловит от него дамаг серьезный. Но наш герой решает не дрейфить из-за этого и поджимается к борту тяжелому танку, но тот даже не стал реагировать на это, просто переключился на другую цель, а зря. И в итоге удалось Е-75 разобрать. Но тут еще один очень опасный враг, это у нас Jagdpanzer Е-100. Но наш герой тут не побоялся, старается развести врага на выстрел и вытанковать своей башней. Но Яга, похоже, стреляет по другому танку союзному, и можно теперь расстреливать Яшку, пока у нее длительная перезарядка. Наш герой ее пробивает в щечку и просто великолепно наносит урон. Альфа и ДПМ у этого танка очень даже хорошие. Итак, посмотрите на это. Игрок вытанковывает выстрел от Яги. Ну, действительно, башня 113-го порой дает жару. Вытанковать выстрел от Яги не каждый танк может, даже если башней. Получается Ягу уничтожить, и наш герой продвигается вперед в атаку. И тут у нас защитник полудохлый, а также и Миль-2. Ну, защитник уже пытается свалить с поля боя, но у него это не получается. Ну и не стоит забывать про вот этот вот балкончик, где часто сидят всякие ПТшки. Вот там засвечивается Waffenträger PZ-4. Наш герой сразу просек фишку и начал выцеливать это место. В итоге нанес урон Вафле. Ну а теперь можно переключиться на Эмиле, и игрок его тоже ликвидирует.
Это было просто великолепно. Ну и далее наш герой решает не переть на пролом, возвращается он назад, и это совершенно правильно, потому что противники с другого фланга приехали сейчас на базу, и в любом случае нужно будет кому-то сбивать. Тут по пути игрок замечает ПТ-шку ИСУ-152, но тут он получает в корму от той вафли, которую он уже смог обидеть, но ничего страшного. Хотя ХП, конечно, уже стало не так уж и много. Тем не менее, получилось у него ликвидировать ИСУшку. Хорошо, что она не успела выстрелить напоследок. Но этот выстрел, скорее всего, был бы фатальным для игрока. Потому что у ИСУ, сами знаете, какая альфа огромная. Далее игрок нападает на Светляка, ВЗ-132 дамажит его. Тут еще один враг, 110-й, но он не оборачивается почему-то. И получается Светляка в итоге легко уничтожить. И вот только сейчас 110-й обернулся. Что он делал раньше, непонятно, пока его товарищи расстреливали тут. Ну а теперь ему придется встретиться с более сильным противником в одиночку. Но все-таки 110-й смог пробить нашего героя и еще и боеукладку сломал. Но далее наш герой уже начинает клинчеваться и танкует башней, разбирает неприятеля. И у врага шансов, конечно, уже нету, хотя у 113-го сейчас сломано БК. И еще одно непробитие от противника, и далее получается, в общем-то, нет, не уничтожить его, а дальше прессовать пока что. Но вряд ли враг еще долго продержится. Но в клинче, в принципе, этот танк силен. Но когда же все-таки? И вот, получается, уничтожить с помощью союзника этого неприятеля. Игрок дает плюху 54-ки, та сразу же срывается с места и прячется в укрытии. Ну, сейчас как раз ремка снова у нас появляется, игрок сразу же ее использует. Еще один выстрел по Т-54, но на этот раз промах. И это был, кстати, последний снаряд. Теперь игроку приходится сражаться без снарядов, хотя сражаться он уже может только тараном, что не особо эффективно, хотя, в принципе, можно снять какую-то часть прочности врагу. Игрок ловит пробитие от 54-ки, ну сейчас он просто пытается вытащить этот бой на победу, как-то не упустить 54-ку, чтобы она не уехала, и пробовать, ну, как-то приманить пока что 54-ку к себе, отвлечь ее внимание, пока Е-75 медлительный подкатывается ближе. Конечно, сливать такой бой никому не хочется, и 113-й всеми силами пытается как-то втащить этот бой, но в любом случае без Е-75, без союзника ничего тут не получится. Если он будет тупить, мазать и вообще не ехать вперед, то тогда ничего хорошего не выйдет, будет слив, поражение, и игрок будет, конечно же, расстроен. Но есть еще шансы, главное, чтобы Е-75 оказался все-таки нормальным игроком, хоть у него и желтая статистика, но в принципе опыт есть, 21 тысяча боев у него, и наверняка знает, как правильно стрелять. Итак, игрок решает сблизиться с 54-кой и подсветить ее. Ну и попробовать ее, возможно, затаранить, если получится. Хотя ХП совсем мало для этого. Е-75 решает встать на захват. Тем самым он, в общем-то, подвергается обстрелу 54-ки и не может ее нормально продамажить. И это пахнет, друзья, керосином. Нужно как можно быстрее принимать какие-то все-таки меры для уничтожения этой 54-ки. А то она так этого Е-75
из-за этого бугра и разберет. Наш герой просто накидывается на 54-ку, сносит ей часть прочности тараном, но не забирает противника. И все-таки 54-ка уничтожает нашего героя, но далее Е-75 не сплоховал и убил врага. В итоге победа, основной калибр и воин. 11064 урона, 7 фрагов, док 00007 выиграл, такой вот ник у игрока. 3070 урона он смог вытанковать, 2325 опыта получил. Ну и, по-моему, бой получился очень хорошим, добротным, интересным и зрелищным. Спасибо, друзья, за просмотр. Если видео вам было интересно, то поставьте лайк, ну и напишите комментарий. Желаю вам удачи, до скорых встреч, пока!